Красивый получился салатик. Вот такой вот свой. Водичка уже тоже закипела у нас под вермишельку. О, мамуля, сколько у тебя баклажанов. Они ужарятся, да? Что-то я убавил сильно. Вот так что. Кухарим. Остается только кухарить в такую погоду. Салат это в дом заносить? Да, я уже перцы, все, да? Да. Я сейчас этот выстрогу, а новый посажу. А. У меня еще есть. Да, ставь арчи наверху. Ну, спустится. Пойдем, пойдем. Оса. Ну, блин, за такую грязную надо. Вот это бы, по идее, на улице мыть и обрезать. Да где? Я уже второй раз за день носки вымыть. О! Смотри, Арчи. Настя. Ты здесь, что ли? С Настей наверху, Арчик. Настя проснулась? Да. Там окна, наверное, да, закрыты, то вообще не жарко. И двери его надо закрывать, наверное. Надо занести все и закрывать. Ну, будем в доме сидеть. Да. Холодина, сырище. Сейчас вон пострижем салатик и будем просто отдыхать. Ну, курицу поставим. Ну, такое, готовка. Ну, будем готовить. Блин, вот куда поставить? Удобно? Закрываю, да? Дверь закрою. Нафиг. Что, легко, да? Оп-оп. Это что, редька? Редиска? Это? Пахнет редиской какой-то. Все, стерлось. Редька? Вижу, да. Ты не с той стороны смотришь просто. А-а-а. Главное, она такая высокая, эти какие-то низкорослики. Угу. Может, им еще дать порасти. Вот этот, смотри, какой низенький. А что, ниже можно набрать? Прямо с ножкой вот этой? А нафиг нам ножку? Ага, или только тут зелень? Нужен. Это вот крест-салат, мне кажется. Это ты хочешь просто, да, добавлять в салат обычный, да? Ну, конечно. Берешь вот так, стрижешь. А это одноразовая фигня, где они растут? Ну, я не знаю. Они не растут. Ну, видишь, корни. А-а-а, там корней дофигища. Ну, она стоит 3 копейки килограмм. Mm-hmm. Это все недорого. Там вот видите, как у них получается. Вот такая штука, как она называется, я не знаю. Смотри, сколько корней. Джутовый коврик. Джутовый коврик и сколько корней. Даже по этому. Но. По рисунку. По рисунку коробочки даже. Корни-то. Мы просто один раз попробовали. И понравилось нам горох. Мы пробовали горох. Коробку целую. Прямо ешь молодой, и он как будто горох, реально вкус такой. Прикольно, не знаю. Да вкусно. Ее, конечно, для украшения больше так. Она, а мы будем кушать. Она же мелкая, но зато она полезная. Там зато витаминов, наверное. Она же молодая. Там, наверное, витаминов море просто вообще. Ну, горох-то надо стрегануть. Ну, горох-то еще вообще слабый. Там еще расти и расти. Там еще половина горошинок-то даже не процвело. Угу. Не про... не проросло, не прозрело. Ну, что пусть лежат, дальше зреют. Мы все же сейчас срезать не будем, еще на потом. А, это ты оставляешь сейчас, да? Ну, наверное, что, куда нам только тут? Ну, еще же свой. Еще свой салат. Ну, это тоже наш. Большой, обычный. Ну, нет, этот. Я имею в виду не микро. О, красиво. Да. Я бы, мне кажется, могла... Ну-ка, стригай, имей вот такую палочку. Вот там, отрежь я. Тут вот желтеет, вот это, наверное, надо съедать.
Это горох. Вообще непонятно кто. Все, короче. Непонятно кто. Вкус прям обычного гороха. Базилик вот это. Это ты свой горох насыпала какой-то или специальный? Это ну, покупной, а так и свой делала как-то. Тоже прорастает так же, да? Прикольно. Обычный горох. Мне кажется, у того, который мы брали, магазинский, какой-то вкус был выразительнее. Да? Ну, может. Чувствую горох, но такой. Там прямо был прямо намного насыщеннее. Да? Это чувствую, что горох, но менее насыщенный такой. Ой, мог бы салат. Сейчас, короче, салатик сделаем. Вот эти купаты, голени. Ну, они картошки еще можно пожарить. Оттаивают. Так у нас, наверное, там еда-то есть. Картошкой у нас, пожарить. У нас гарнира нету. Или вермишель сделать. У нас вот вермишелька лежит, там пачка уже. Ну давайте решайте. С прошлого раза еще. О. Разноцветная вот такая вермишель. Может быть, ее можно сделать. Так давай ее сварим, да и все. Ну ставь. Как раз вот с этим вот. Нормально с купатами, с этим всем. Ну, сейчас тут маленько это, от этого уберем, чтобы не убрать вот это, и поготовим. А вот это что, обратно надо будет, наверное, убрать сейчас? Короче, куда? На улицу. Короче, остается только готовить. Погода, аж плакать хочется и материться, какая погода стрёмная. О, я несу тоже. А. Я пока там поставлю. Ну, да, конечно. Вот. Короче, готовим. Остается готовить. Столько дел по огороду, по идее, да? Даже вот... Опять, что ли, дождь пошел? Столько дел по огороду. Я хотел покосить. Блин, все сырое. Ладно. Будем тусоваться дома сегодня. Готовить, кушать. Так, ладно, что, я воду ставлю туда, да? Под вермишель. Вообще, на улице надо выходить неохота. Да? Я говорю, что, вермишель варим-то? Ставлю воду, давай, под вермишель. Я пока салат делать буду. Ну, давай, все. Плита у нас Маша. Во раньше, да, плиты? Главное, работает столько лет. А плита работает. Машка. А то у нас, да, пришли эти. У нас плита там была. Мы в квартиру заехали от старых хозяев. Ну, я не знаю, какая-то уже современная плита. Ну, Дарина, по-моему, что-то типа. Да. Она явно... она явно современнее вот этой плиты. Конечно. Этой лет я не знаю сколько уже. Охренеть. Царя Петра еще, наверное, видела. Ну, я так... Шучу, конечно. Ну старая плита, реально. Ха-ха, представляю, царя Петра. С газовой плитой. Что ты так представил? И, короче, к нам приходят, да, по той плите. Вот у нас там ситуация была. Даже, наверное, видео снимали. Опять дождь пошел, смотри. Ну, конечно. На камеру не видно, я вижу это. Типа моросни такой прямо. Даже это уже не моросня, а это уже прямо дождь. Короче, погода вообще... Нам, поди, наверное, говно. Помидорник прикрыть или что? Да не знаю. Не так холодно, да? Короче, к нам приходят и говорят, у вас плита там плохая, короче. Идет. Вам там что-то нельзя, короче, делать, там это, готовить на ней нельзя. А плита, говорю, вот это работает. И все, они нам, короче. Они нам все, та тоже работала. Они нам все отрубили, короче, чопик вбили в трубу в газовую и сказали, меняйте плиту. Их это вообще не волнует. Их вообще не волнует. Есть у нас там. Сколько плиты стоят? 1020. Это самая нам... недорогая, мы покупаем. Да. Это самая недорогая, да. Они нам перекрывают просто и все. Так вы хоть скажите там, у нас она работает, ни утечек, ни пахнет, ничего. Он сказал, у вас утечка. Настюха, здорово. Добрая. Я говорю, почему не пахнет? Он говорит, газ не должен пахнуть. Я говорю, в смысле вы его специально... Ну, газ, говорит, не должен пахнуть, у вас, говорит, никакой утечки, ой, у вас утечка. Я мы говорим, нету нет ничего. И, короче, плиту сняли эту, все. Он такой говорит, а дайте мне ее.
плиту. На запчасти. Можно, когда я разберу ее? А, можно, когда я разберу на запчасти, короче, ну, бесплатно там это. Мы говорим, нет, нифига. Вам же, говорит, все равно не надо ее. Мы говорим, на дачу ее увезем. Она не подойдет, там от пропана, короче, другие форсунки. А у нас вроде были даже форсунки. Я просто из принципа ему не дала. Ну, короче, меня что-то взбесило даже, да? Ну ладно, допустим, она старая, допустим, она что-нибудь там уже это. Ну ты хоть скажи, ребята, вам надо поменять плиту. Срочно. Меняйте, вот. Оставляйте там через неделю, например, это, там через месяц, не знаю, даем им месяц поменять. Просто отключают, мы с детьми дома, да, у нас остаемся без плиты и начинаем готовить на плитке. И надо где-то и сразу. Потом их еще, мы купили буквально через пару дней плиту и ждали их 2 недели потом. Да, на подключение. Звоним, подключите нам плиту новую. Они нифига не идут к нам, 2 недели. Они заявку принимают и не приходят. Я даже матом ругалась. Отношения, конечно, вообще. Слушай, я же не посолил, дай водичку. Вот такие дела у нас были. Я даже как-то это... А, ну я про плиту новое видео снимал, может быть, там где-то рассказывал. А, отключили газ, там где-то видео называется, что-то такое. Вот такие дела. Ну ладно. Было, но прошло. О-о-о! Вообще дождь. Ой, погода. Это не погода, это... Не знаю, это урод. По-другому и не скажешь. Димка хочет в бассейне купаться. Я говорю, какой бассейн? Такая... Такая холодина. Давай. И писька-то внутрь растет у тебя. Что-то расстроено не так. Выйду ночью в поле с конем. Ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в небе звезд благодать. В поле никого не видать. Только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю. Сяду я верхом на коня, и неси по полю меня. Повискай нему, полю моему, повискай нему, полю моему, повискай нему, полю моему, повискай нему, полю моему. Быстрая песенка. Сократил маленько. Аля. Аля. Аля хочет поиграть. Да? Ну-ка. Дай ко мне. А тебе весело, да? Дома спит, дома постоянно валяется, болтается. А здесь прямо такой. Дома вообще такой он, какой-то вялый, но... А здесь такой, ему на природе так нравится, классно. Ай, молодец. О, какие у тебя зубы. Какие зубы у тебя, ничего себе. Дай поносить. Раз, два, три. Красавчик. Фух. Ой, мой хороший. Ну, молодец. Салат получается
весь свой, перцы свои, помидоры свои, огурцы свои, вся зелень своя, микрозелень, тоже все выращено своими руками. Это что у тебя тут? Класс. Кусочек. Вообще клево. Когда все свое. Алла сейчас огурец режет. Он пахнет даже, ну да. У него даже запах вот. Ну не как магазинский. У кого есть вот запах. Свои там огороды, да, участки, дачи, сады, прекрасно понимают, о чем я говорю. Что от этого всего запах вообще другой. Угу. С магазинским не сравнить. Помидорка что-то внутри зеленоватая. Ну ничего. Что у нас отходит уже, да? Еще? Ну так сейчас уже. Может, уже можем. Будет на протеин. Сейчас мы, да, сейчас. На один протеин тут можем вместе с купатами дать. Освободим, но и нашу эту. Курицу. Сейчас салат Алла закончит уже, и курицу нашу будем с купатами раскладывать на противень. Тут маленечко освободим, а то у нас здесь, видите, как. Вот смотри, по идее, загромождено. Семена. Собирай, суши и все. Остолень. И тоже будет, да? Да ладно, они стоят там сколько? 30 рублей. А я садила-то эти, которые из пятерочки. Я их даже не сушила. Смотрите, воду купили. Просто минерал, ну не минералка даже она, не знаю, газированная вода, черноголовка. Я такого даже не видел, думал. Ну как-то увидел в магазине, думаю, нифига черноголовка. Даже вода есть газированная. Ну базарчика не понимаю. Так, ладно, сейчас маленечко подожду, а то на противень-то на стол встанет. Я сейчас быстро. Ну. Красивый получился салатик. Вот такой вот свой. Водичка уже тоже закипела у нас под вермишельку. Закинем вот такую. В Доброцене что ли брали? А нет, в Светофоре. Разноцветные, красные, зеленые. Вот такую вермишельку будем, в общем, готовить сейчас, как вы уже поняли, да, вермишель с курицей и купатами. И также салаты. О, салат и баклажаны. Да? А как ты хочешь баклажаны? Да пожарю сейчас на сковородке. А просто обжаришь, да? Вот такой, вот такой вот у нас будет обед, ужин и завтрак. И все вместе. Оп. И все. А кабачочки, Алла, вот на сковородке. Баклажанчики. Ой, кабачочки. Баклажанчики. Хотя и кабачочки, наверное, тоже можно. Да нет, баклажаны с кабачками мешать как-то, наверное, не очень. Кабачочки можно завтра. Так тогда пока можно там не морозить. Они вырастут. Ну завтра у тебя еще, знаешь, сколько вырастет? Да? Конечно. Там уже вот таких несколько штук есть. Все, пусть. Они сейчас попрут, будут расти, успевай только. Алла хочет сделать... Надевать на пушку сито. Баклажаны с чесночком. А чесночка немного, мне еще на рыбалку надо. Для леща. Не знаю, сколько ей дать. Я подумаю, сколько тебе оставить. Да посмотрим. Что гремит? В такую погоду. Посмотрим в такую погоду еще это. Пойду, не пойду. Охота? Желание есть? Но не имею возможности. Да, но не имею возможности. Пока что. Но завтра вроде бы дождя не будет. Надо посмотреть по этому. По прогнозу. По прогнозу гороскопу. Ты им веришь? Нет, не всегда. После того, что было в те выходные или после те выходные, как синоптики всю неделю говорили, что будет дождь, я до последнего ждал, даже в пятницу говорили, что будет дождь. Я в субботу выхожу, хотел на рыбалку ехать, а дождя нет. А я уже кашу не сварил, думаю, что варить кашу-то, блин, это. И... А сейчас сваришь, а завтра дождь. Ну, заморожу, оставлю на следующий день. Хотя она потеряет свои запахи, свою эргонолептику, да, называется? Не знаю. Да мне охота на рыбалочку все равно, завтра вечером. Да, а завтра Алла работает, только вечером машина будет, так что только вечером я соберусь. Охота-то охота, главное, чтобы вот не в такую погоду. Не, в такую я не буду сидеть, только в такой дождь. Буду, подожду, нормальная погода. Ну, в смысле, следующих выходных. А так и лето кончится уже.
Вот такое хреновое лето. Пока мы с мамулькой готовим, ребята, смотрю, тут мороженку пилят. Вот опять взяли карамель, вот в светофоре. Вот такое мороженое, молочное. Ну, кстати, не чёшное такое, вкусное. Вот ребята сейчас делят. Оно большое, по 450 грамм. Ну, в смысле, упаковка 450 грамм. Ого, мамуля, сколько у тебя баклажанов. Они ужарятся, да? Что-то я убавил сильно. Вот так что. Кухарим. Остается только кухарить в такую погоду. Ну все. И лежать. Да, мы сейчас заготовим. Да, будем отдыхать. Все. Хорошо. Все прикольно, чем дома. Здесь хоть в любой момент можно выйти. Может погода еще наладится ближе к вечеру. Может быть хоть пасмурно, но хоть дождя не будет. Посмотрим. Я все хочу покосить, выйти. Тогда же если будет пасмурно, трава там не высохнет. Трава сырая, да? Все, буду скосить, эту грязь лететь вся эта будет. У тебя не только, да, у тебя не просто трава, у тебя трава с грязью будет лететь. С водой, с землей. Ну да. Ну ладно, посмотрим. Пока готовим, короче. Алла чесночка добавила. Баклажанчики. А я думаю, вермишель у меня уже готова вроде. Попробуй. Ты готова? Что я переварила? Да-да, я хочу, чтобы она форму держала вот такую. Баклажанчиком. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Мадам. Мадемуазель. Зель-зель. Не вывали. Я могу. Так, ладно, что, вермишель промывать надо? Ну, здесь промывать. Опа! Опа, 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 опа. Вот, смотри, какого пуса. Придется частями, здесь у нас маленькие эти дуршлаки. Вот такие, видите? То есть сразу по многу. У нас дома такой, ух! А здесь малявки. Сразу не получается. Так, ложка. Вот что вода в доме, это вообще кайф просто. Может, это вермишель уложить? Да? Мощнянска. Куда? Это форум. Давай. Потому что открою, это не уйдет в холодильник. Давай в пластиковую положим. Сейчас, короче, всю промою я. И будем ставить уже наши курочку нашу с купатками готовить. Такая вермишелька аппетитная получилась. Так выглядит. Не вся влезла вот в этот вот, видите, пластиковый такой тазик. Вся не влезла. Кастрюля большая, просто в холодильник не влезет. Вот сразу в чашку положил. Потом там Димка или я там кто съедим. Баклажанчики, смотрите, какие отменные вообще. Чесноком. Такой запах чеснока вообще классный. Баклажанчики. Так, у нас тут посуда накопилась. Сейчас, короче, придется уже это. На противень. Сейчас противень буду доставать. Сейчас. Сейчас маленько, короче, тут разберем это все. Все это разложим. И уже примемся за курицу. Будем курицу готовить. Вот такой у нас противень. Так, можно, наверное, уже зажигать, да? Хорошо. У нас она такая. Ведреная. Ну, многие знают, видели уже, как я ее зажигаю. Это не печка, это. Вулкан. Гейзер. Ой, я даже побаиваюсь ее зажигать. Когда долго, она потом так пыхает. Пыхает, это мягко сказано. О! Вот эта духовка, монстр. Сразу даже руку опалил, завоняло. Да? Да. Все, но работает.
Причем довольно-таки неплохо. Надо убавить только сразу, а то она там... Не-не, я убавил. Нагревается сильно всегда. Я убавил. Че, просто так или надо что-то валять? Поваляем, сейчас там что-то есть. Надо посыпать там. Майонез там не надо, ничего такого? А что такое хмели-сунели? Управо. Ими можно? Можно хмелями-сунелями, можно там еще что-то есть. Нет, майонез не надо, будем жирно. Мы на диетическом питании. А, да вот. Да. Вермишель наварили. Так. Что тут вообще? Нормально? Пойдем. Ну ты же перемешаешь это все. Так, а что там еще есть? Паприка вроде была. А, карри, о, для курицы карри, это вообще... Красота. Грузинская хмели-сунели, индийская карри. Все честь по чести, все как положено. Красота. Солюшки. Все, так-то, в принципе, уже все сготовили у нас, получается. Баклажаны с чесночком, да, у нас. Все. Вермишелька у нас вот такая замечательная. Курочка, купаты. Все, отлично. Если будет желание, еще потом вон картошка. Да это поди уже на завтра. Да, нет, это вообще там, да, это можем и потом уже. Конечно, куда нам столько еды? Угу. Надо же в холодильник не влезет. О, здесь на кухне даже жарко от духовки, от плиты. О, красота. Че, убирать? Вот так вот надо ставить. Вот так вот, да? Ага. Все, и нашу красоту все туда. Жарится, можно парится. Можно было чесночка, но чесночок для леща. Чесночок для леща на рыбалочку мне, все. Все. Все, можно убирать в холодильник, это все. Ну, все. Курицу. Баклажанчики, да. Вот и готовились. У нас еще и холодильник-то там не пустой, так сказать. То есть у нас там есть еда-то и так. О! Это консерва, которую делали, вот взяли, это каша тоже, это все из автоклава, вот это все из автоклава. Каша с мясом, консерва из своей речной рыбы, вкуснятина. Так, что, куда это все поставить, наверх влезет, наверное? Вот сюда. О, в аккурат. Все, отлично. Ну все. Жарим нашу курочку. Жарим курочку.